пришла в голову мысль, как упростить тросовую систему, используя более глубокое объединение альтернативных систем для разгибания коленного сустава. Значит, в коленном суставе у нас установлена спиральная пружина, такая же, как в рулетке. Мотор просто наматывает на вал металлический трос. Достоинство в том, что она не будет мешать ходить. Не нужно решать эту задачу специально. И можно сделать здесь второй вариант с нашим предложением в отношении использования пружин, двух пружин от этой самой, двух пружин от прищепки, чтобы сделать ее нелинейной и более удобной.